Я вам обещал экскурсию к замку Неванштайн. Вот она. Не было. Экскурсия будет на самолетике. Уже замок, он, в принципе, также виден из земли, из автобуса. Отличие от пустына много. И увидеть тоже в таком ракурсе, которого не видит никто. Вот он и замок. Серенькая модель. На самом деле, где-то так он и выглядит, краски такие же. Природа кругом изумительная. У нас для тех, кто хочет фотографировать. Сделаем по просьбе туристов еще один заход. Очень большой высоты, если хотите. Бойтесь, не будем. Здесь же рядом. Второй замок Швангау, но, к сожалению, не так красив, да и не смоделирован. Поэтому просто пролетим над озером Швангау. Замок озера Ринакава называется. Особо никто не задумывался над названием. Река, город, озеро, замок. Франц Ньюштайн. Так он и выглядит. Все четыре времена года. Вот такой красавец. Зимой очень неплохой курорт, вот перед нами видна канатная дорога туда наверх. И чуть дальше это сама лыжная трасса, по которой катаемся. Но судя по растительности, погодке и температуре за бортом, сейчас не сезон. Поэтому любуемся только замком. Ну что, полетели дальше.